Героине этого сюжета 23 года. От своих ровесников Вика практически не отличается, за исключением одного «но» – у девушки ДЦП. Возможности Виктории ограничены, но это не коснулось ее творческих способностей. При помощи специалистов отделения дневного пребывания для инвалидов районного ТЦСО она может ежедневно заниматься любимым делом – создавать маленькие шедевры из бисера и бумаги. Ну, пришла девочка тихая, замкнутая. Ну, и здесь уже раскрепотилась с нашими ребятами. Ну, пришла она, занималась у нас, начала с бисероплетения, как и сейчас вы видите, она продолжает этим заниматься. Также изготовляем открытки. Вот было недавно то, что мы изготовляли открытки к Пасхе, корзиночки, разные материалы. Контакт с окружающими Вике помогли наладить специалисты центра. За почти 4 года она научилась делать бумажные украшения, шить мягкие игрушки, вышивать небольшие картины, плести из бисера и делать топиарий. Такие бумажные деревья, если верить приметам, приносят счастье его владельцу. В приметы Виктория верит, как и в свои возможности. День милосердия Господня, а хочется пожелать счастья, здоровья. Если я могу, то и все смогут. Накануне светлого праздника Пасхи и не только мы вспоминаем о тех, кому больше всего нужна забота и поддержка, а также о людях, благодаря которым инвалиды могут пройти социальную адаптацию, расширить свой круг общения и развить творческие способности. Здесь, в районном отделении, Виктория и ее товарищи получают образование и внимание. И хочется верить, что навыки, приобретенные ими сегодня, пригодятся и помогут им в дальнейшей нелегкой жизни. Как говорится, было бы желание, а возможность у этих людей порой поражают. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».